Мы теперь оказались на параллельной улице Ататюрка. Ататюрка вон там. Мы здесь по этой улице идем. Сейчас я вам покажу, какие здесь цены на всякие сувениры. И народу ощутимо меньше. Да? Видите, здесь уже цены сейчас будут все в долларах. То есть вот продаются магнитики, кстати. Ну, тут нормально, два магнитика можно взять за $1. Вот. Но обычно там за 3 евро магнитики там и так далее. Просто здесь уже, видите, все цены там на полотенце цены тоже в долларах. $1 такой полотенчика, которое нам, кстати, нужно. Вот, и в лирах 3 штуки. Вот, 30 лир полотенце. Чаи. Вот магнитики нам нужно. Вот, я хотела еще посмотреть эти красивые стаканчики. Здесь магнитики симпатичные. Один магнит, $1 здесь. Там было за $2. Точнее, за 2 магнита. $1. На всякие побрякушки, вот такие красивые штуки, кстати, прикольные. Вот мне вот эти тоже нравятся. Что? Вот эти нравятся. Прикольные штуки. Вот тоже куча магнитов. Непонятно, правда, по какой цене. Специи, кошки. Что-то вот красивых таких стаканов я не вижу. Вот набор вот этих турецких стаканов хотела посмотреть. Что-то как-то... А, вот турки. Мы, кстати, хотели взять. Евро. О, так, кошелечки или что такое? Ну, смотрите, какая прикольная записная книжка. And how much is this, these books? Это 15 по-русски? Да, это в лирах. Это в лирах? Да. 70 лир? Это кожа банановые листья. Ну, это вот натуральная кожа, да? Да. Это кожа, ручная работа и банановые листья. Это можно за 60 лир. Не вижу этих красивых таких стаканов, хотела я посмотреть. Там же были турецкие. Нет, там были, но они просто стеклянные. А вон на том кусе какая-то кафешка. Интересные машины, которые в России нету. То же самое. Что это? Kia. Какой-то финский, помните? Ну да, финский он. Ребят, финская Kia. Не, ну здесь в основном тоже всякие Citroёn, Volkswagen, Renault. Такие вот машины. Mercedes, BMW. Все стандартно. Здесь так интересно. Штраф, не штраф, а оплачивают парковку. Можно мороженое? Нет, спасибо. С припаркованным машинам подходит человек, просто выписывает чек и кладет им под это. Нет, даже не под дворник, а ты подъезжаешь и оплачиваешь сразу на месте. То есть к тебе человек подходит, выписывает, а не под дворник кладут. Она просто подходит к тебе с аппаратом, выписывает тебе за парковку чек, и ты оплачиваешь ей на месте. Не, ну вот сейчас чек был прям под дворник. Может быть, кто не увидел. Она его, да, не увидел. Например, кто не успел, тот опоздал, называется. Ну, все равно не штрафуют, а просто парковку оплачивают. Так,
Carrefour. Вот здесь вот, кстати, вот Carrefour. Как он выглядит? Здесь продаются всякие тоже сладости. Здесь мы купили вот эту, как ее, здесь купили лукум, который подешевле. На подарки. Вот. Нутелла какая-то. Нутелла, кстати, нутелла банка 750 грамм, огромная такая банка, стоит сейчас по акции 180 рублей. 17, да, 90. 17 лир 90. Мы взяли две банки. Взяли две банки себе. Фактически 2 литра, да? Нутелла, да, почти 2. Пипец, но слайд. Ну, нутелла только на 2 килограмма, плюс 2. Вот, надо будет это, чтобы перевеса не было, а то мы набрали тут все, всего-всего. Непонятно, как там, что делать. Вот мы идем в местные капушки искать. Ну, как-то не то, чтобы местные, а как-то уличные. Кебаб. Ну, давай посмотрим, что здесь. Что здесь, да, по ценам. Сколько стоит. Чё, почём? Европейцы сидят. Ну, и мы сядем, как говорится. Ну, чё? Нас все время все думают, что я хожу здесь с турком. Да, вот этот, очень похож. Вот этот человек. Я постоянно почему-то вот... Присосался ко мне. Греки путают с греками. Не греки, а киприоты путают с киприотом. Я говорю, турки путают с турками. Я думаю, короче, называется, нигде не пропадешь. Где свой? Здесь все здороваются на турецком. Но здесь я не скажу, что дешево. 14 лир. Да. Шаурма. Ну, может, она большая будет? Посмотрим. Мы вернулись в наш номер. И нам сделали вот такого вот лебедя. И украсили все лепестками. И еще чем-то набрызгали. Видимо, освежителем воздуха. Вот, оставили 1 евро уборщица. Видите, как люди. Ну, на самом деле, вот в этом отеле ходят апартаменты. Здесь убирается, уборщицы убираются каждый день. Ну, естественно, как бы там прям какой-то супер-пупер уборки нету, но каждый день они протирают полы. Ну, полотенце нам уже 2 раза поменяли за 4 дня. Хотя у них написано там, по-моему, 1 или 2 раза в неделю они меняют. Но эта уборщица явно любит у нас убираться. Да, но мы ей себе оставляем 1 евро, да, и она с удовольствием у нас убирается, все чистит, мусор, ну, мусоры находятся вот здесь внизу. Мы обычно в пакете просто складываем вот здесь весь мусор, она все убирает, все пакеты нашим. Я думала тогда, что она выкинула все наши пакеты, а она их сложила вот туда вот. Не выкинула, да? Нет, она не выкинула, она их сложила в мусорку. Ну, не в мусорку, а в смысле туда вниз, чтобы они здесь не мешались. Так что вот так вот, что евро животворящий делает. Вот, а тем временем у нас уже вечер, уже 8 часов. Сегодня целый день были тучки, дождик шел, ну, то шел, то не шел. Вот, один мы с утра на море успели поплавать, вот. А сейчас, ну, вечером уже не пошли, потому что было вот так вот, пасмурно. Сегодня 20 июля, сегодня мы улетаем из Алании, вылетать мы должны были в 8:20, но наш рейс задержали, ну, в принципе, ничего нового, и сейчас мы вылетаем в 1:00. За нами должен был приехать трансфер в 2:20, но так как рейс перенесли на 1:00, то, соответственно, и трансфер за нами приедет только в 7:00. Так что не знаю, что мы будем делать все это время. Может, пойдем куда-нибудь прогуляемся. Чемоданы у нас тяжелейшие. Я надеюсь, что перевеса не будет, потому что просто распихивать уже некуда эти вещи. Я и так уже как могла по 2 чемоданам все раскидала. Еще вот рюкзак. И вот тут вот еще пакетик. Так что надеюсь, до 20 килограмм мы уложимся. Поэтому сейчас, ну, сейчас будем сидеть, ждать, что и как смотреть. Ну, то, что на самом деле сейчас время только 12 часов, и нам еще получается 7 часов здесь сидеть, ждать. Ну, вот, конечно, в чем
минус, когда ты улетаешь из другой страны, у тебя нет вариантов выехать из дома попозже, потому что я смотрела, чтобы продлить номер в этой гостинице, допустим, еще на сутки, это стоит 4,5, там, ну, 4 с чем-то тысячи рублей. Ну, мне кажется, там за 7 часов отдавать такие деньги, так это дороговато. Ну, и не имеет смысла просто. Потому что то же самое, посидеть в номере. Можно было бы, конечно, там пойти искупаться, но потом опять эти вещи упаковывать, распаковывать, запаковывать, перекладывать. Мокрые вещи тоже не очень. Так что будем. Может быть, за это время мы сами уже доберемся до аэропорта Анталии. Пока будем ждать, что-нибудь придумаем. Вот, наконец-то мы добрались до аэропорта Алани. Сейчас 11:30 ночи. Весь день мы протусили на ресепшене, ждали вылета. Вылет перенесли с 8 вечера на 2 часа ночи, поэтому 11:30, и мы уже здесь. Так что сейчас пойдем на стойке регистрации и будем регистрироваться на наш рейс. Пошли мы в аэропорт, вот стойки регистрации сзади меня, но на наш рейс регистрация еще не началась, регистрация будет на стойках, вот табло, она меня не видно, 261-268, вот, но так как регистрация начинается за 2 часа, то пока что еще, естественно, нету, но, естественно, она не началась, вот. Сейчас идет регистрация на другие рейсы, а мы пока создаем очередь, заняли очередь у одной из стоек. Ну, конечно, не факт, что стойки там не изменят или не перенесут. Ну, подождем, потому что до регистрации еще минимум минут 30. Так что будем ждать. Уложились с багажом тютелька в тютельку. Чемодан весит 19 200, а разрешенный вес 20 килограмм, так что мы прям благо переложили в пакеты. Вот у нас один чемодан большой, один маленький, пакет, рюкзак, пакет с едой. То есть все это все раскидали по пакетам, ну так как есть две ручные клади еще, поэтому, короче, уложиться мы смогли. Мы прошли паспортный контроль, получили билеты, но наш рейс еще задержали. И теперь мы вылетаем не в 2 часа 35 минут, а в 5 утра. Теперь мы будем здесь тусить до 5 утра, поэтому пойдем пошаримся пока по дьютику. Вот за 19.95 это духи. Келли Маклайн. Поэтому будем шариться по дьютику. DKNY 38. Но здесь цены такие хорошие. То есть тут Calvin Klein 44.50. Правда, здесь ничего по 19.90 я не вижу, кроме турецких сладостей. Но мы уже, блин, не кайкущие, хотим спать. Мы уже спали в это время. Ну что? Зона ожидания, где здесь? Ну, выходы внизу, соответственно, зона ожидания тоже там. Я надеюсь, хотя бы нас не на автобусах повезут на этот самолет. Не должны 500 человек на автобусах. Три часа будет еще возить нас. А вот же зона ожидания. Ну да, но это не наши выходы. Да пофиг, блин, идем. Ну иди, я пойду посмотрю пока. Чеча. Надо же оценить масштаб и выбор очков. Очки по 59 евро, 45 евро. Так. Вот. Томми Хильфигер, 125 евро. Вон Хьюго Босс очки. Вот. В
по 185-175 евро. А Чичи Гуччи по 300 евро. А вон 259 евро, он тебе прикольные очки, которые мне понравились. Дольче Габбана 325 евро, 209 евро. Ну, короче, на любой цвет и вкус тоже здесь очки. Почем здесь сумочки? Ну, сумки Guess, в принципе, 139 евро. Это сколько у нас кошелек стоит? 45 евро. Ну, Guess так. А мы тоже официально заплатим. 132 евро. Там фурла стоит. Сейчас посмотрим фурлу. Сколько она здесь стоит. Итак, фурла стоит 236 евро. Маленькая вот эта вот. 196 евро. Ну, мне кажется, что у нас также оно это все стоит. Особо тут каких-то супер акций, супер скидок я не вижу тоже. Поэтому, может быть, просто потому, что мы уже уставшие.